мне жаль, Анна. Ну вот, Том. Двое больных, одно лекарство. Хэнсон, поторопись! У тебя задание, время подходит к концу. Я знаю. Давай договоримся. Я достану записи, а ты позаботишься об Анне. Вытащи ее отсюда. Жесткая игра, Хэнсон. Ладно, договорились. Хорошо, я иду за записями. Так, всем привет, с вами вновь Артур. Мы проходим игру Cold Fear. Так, интересный диалог был. Типа такой, жестко играешь. Ладно, я согласен. Но как ты это все... Куда делась Анна? Куда она ушла? Что мне делать? Так, ну, я даже пойду в эту дверь, что ли. Какая разница, в какую идти уже? Нет, я уж лучше пойду через ту, быстрее круг сделаю. Ну что ж, мы все еще заражены. Наш подопечный немножко дурак. Ввел ей антидот сам. Ползает. Ну ладно, не полумертвый, он еще тот живчик, но все же не очень-то это и хорошо. Так. Не знаю, где комната отдыха ученых, поэтому пойду этой дорогой. Потому что... Ну вот почему. Потому что тут нас встречают всякие лица подозрительные. И по теории, где монстр, там и выход. Может быть, мы и пройдем. Так, лифт не работает. Эта дверь застряла, значит, идем через... Тут мы уже были в прошлой части, если кто не видел. Том, ты в порядке? Анна, ты спасла мне жизнь. Услуга за услугу. Все равно спасибо. Ты должен помочь уничтожить это место. Нет, я должен найти записи твоего отца. Когда я это сделаю, Беннет вытащит тебя отсюда. Ты погибнешь! Возможно, но ты будешь в безопасности. Это главное. Ну да, весело. Кто бы в здравом уме пожертвовал бы жизнью ради хз чего? Кого? И вообще. Ну ладно, окей. Как мы помним, Айзек Кларк там чего только не делал ради... Своей подружки, жены, не помню, кто она ему. Так что будем геройствовать. Там что-то большое. Верно. Ну, надеюсь, кнопка заработала. Отлично. Открыто. Что открыто? Что ты открыл? Явно не верхнюю эту крышку, по которой стучит кто-то. Может, там этих человек 10 с большой рукой, где там тыш-тыш-тыш. А может, там барабанщики металлят. Ладно, неважно, сейчас мы попробуем добежать до двери. Если ничего не произойдет, все хорошо. Хотя, как всегда, возле дверей происходит что-то внезапное, но не сейчас. Так. В этих темных пространствах должны быть какие-нибудь... Так, что? Будем заходить в двери и искать
ноутик в надежде, что он где-то тут, и почему мы его не взяли в прошлые разы. Хотя это не очень смахивает на комнату отдыха ученых. Так, там мы были. Я думаю, пойдем-ка мы уже сюда, что ли. Может и нет. Хотя там были же другие двери, там, в том месте. Можно сходить. Прекрасно. Заперто. Но если мне не сюда, уж извините. На самом деле, не знаю, куда иду. Если будут монстры, то да, мне сюда, так? Так, монстров я не вижу. Нос. Вот так. Откуда их столько взялось, этих больших? Как будто это я их выпустил. Я ж ничего не делал. Я тут единственный, никому не желаю зла. Скажем так. Так, дверка. Эта чертова дверь застряла! Ну да, бывает, бывает. Но нам сюда, во всяком случае, мне кажется. Но если нет, зачищаем пространство. Так, спрыгиваем. Так, как бы босс не проснулся тут этот. Тот. За то, что мы спасли девушку. Интересно, камера ракурсы берет. Охрана общежития 2, охрана общежития 1, а вот... По лестнице мы тогда поднимались. Пойдем сюда. Подводный туннель. Подождите, мы были в подводном туннеле, я не хочу туда ехать назад. Отлично, зашли. Может быть, у нас карта какая, ключ есть от этой двери. Я должен найти путь в комнату отдыха ученых. Ну, кстати, вот мы нашли комнату отдыха ученых, только нам... Так, я чуть застрял. Но нам нужен ключ, карта. Так что придется искать. Так, ну это яма, в которую я в прошлый раз провалился. Сюда, думаю, зайдем. Тут я еще не был. Так, ну тут как-то ничего особого я не могу найти. Не считая патронов для дробовика. И это немножко... Так, можно их сбить.
Где ключ-карта? Где она? Не знаю, попробую спрыгнуть опять в эти... Пойду поговорю с этим. У тебя нету? Так, еще как вариант. Нам нужно сюда, в комнату ученых, но... Ключ-карта находится в другой части комплекса. А в какой? Я не знаю. Ну, единственный шанс, что она где-то... Из этой комнаты должен быть путь в комнату отдыха ученых. Да ты что? Окей. Вот он. Не было. А вдруг появился. Тут надо все проверять и перепроверять. Вот что тут. Так, это лаптоп. Я нашел лаптоп Камского. Хорошо. Подключись к порту USB и загрузи данные. Передаю файл с данными об антидоте, шеф. Получил. Что дальше? Ничего, я отключаюсь. Не шути со мной, Хэнсон! Эй, ты сам сказал, что тебе нужен только антидот? Слушай, Хэнсон, немедленно возобнови передачу. Мне нужны все данные. В таком случае можешь прийти и забрать их сам. Эй, предложение взорвать все к чертям еще в силе? Том, да, да, конечно! Отлично. Тогда говори, что делать. Я нашла немного взрывчатки, но этого недостаточно для обеих платформ. Ниже ватерлинии есть склад, на котором можно найти еще. Он заперт? Да, конечно. Но я передам тебе код, а также помечу места, где нужно будет установить заряды. Об этом месте я знаю все, в том числе и то, как его уничтожить. Так, ну что ж... Продолжаем проходить. Так, что? Вовремя патроны, конечно, закончились. Так. Ну, где-то тут должна же быть дверь. Больше никого нету. Документов больше тут нету. Патрона дробовика. Так, ну сохранимся. И уже продолжим в следующей части. Всем пока.